покажем и расскажем. Скромный снаружи, но очень умный внутри. Это, я вам скажу, довольно внушительный объем для такого класса автомобилей. Сравним и протестируем. Сейчас Volkswagen предлагает несколько бензиновых моторов объемом от 1 до 1,5 литров. Все моторы неизменно агрегатируются с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. А главное, сделаем выводы. Разгон до первой сотни за 8,9. На заднем ряду не так просторно, как хотелось бы. Внутри все тоже интеллигентное спокойствие. Насыщенный, яркий, бомбический просто. Обращающий на себя внимание. Первый взгляд по понедельникам в 22:00. Только на Авто 24.